Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это CSGO. И тут, короче, помимо Лёхи еще двое пацанов. Лёха и Дима. Ой, Саня и Дима, извините. Сегодня мы сначала 2 на 2 сыграем. 2 на 2 же вроде, да? Мы выбрали. А потом, может быть, еще какой-нибудь режим. Может быть, 5 на 5 в онлайн. Или что-нибудь еще. Посмотрим. Но сегодня нас не двое, а четверо. Серия посвящена этому. Загрузка быстрее запускается. Да. Да, у меня, как всегда, грузится долго. Иногда бывает, что и виснет, но виснет обычно, когда у меня на нуле загрузка. А, нет, ничего не виснет, он грузится. Ну и кому мне идти? Ко мне, наверное. Как хотите. Я думаю, нам с Лёхой сначала лучше. Ладно. Переходи. Ладно, я сейчас перейду. Эй, а почему скриншот-то сохранил? Тематы, они нас уничтожат. Профессиональные, думаешь? Все. Настолько. Да. Разминку надо убрать. А, все. Зря ты максимация понадеялся на себя. Ничего, попробуем. Спасать. На 1-2 фонта играет. Ой, ко мне двое подошли сразу. Я, походу, даже урон никому не смог нанести. Ну, хотя, наверное, смог. Да, вот здесь они вышли. О, один уже получил в голову. О, второй, давай убей его, пожалуйста. Давай, я тебя надеюсь. Отлично, отлично. Мощно. Не волн... Вот видишь, а ты волновался. Не волнуйся, Лёха. Недолго импировать осталось. Сейчас отведают силушки скорострельные. А, Лёха взял уже этот М4 сразу. Что, не выходит, что ли? Ладно, окей. Опа, все-таки вышли оттуда. О. Ага, отведали силушки скорострельные. Ноль, блин. Я не понял, мы на два пункта или на один играем? На А ходим. А, все понял. Ладно, теперь надо что-то помощнее взять. Вот это. Да. Опять туда решил. Не ладно, окей. Блин! А он что, из АВП что ли стреляет? Или из чего он там стреляет? На, зараза. Один бокс, один лист. Минус 50. Блин. А, у меня там патроны заканчивались, надо было перезаряжаться. Мне к тому времени что-то игра даже подлагала немного.
Ты как там заспавнился, Саня? О, вот что надо мне взять. Вот это. Не, ну я вроде посмотрел. Вот это надо было брать, а не то, что я брал до этого. Да блин, я так и знал, что он с АВП там стоит. Надо было за Лёхой идти. А, у Лёхи тоже АВП. Опа, давай, кто же победит? Оба мастера по АВП, блин. А, противники оба еще живы. Ё-моё, это плохо. О, отлично, все-таки он победил в этой дуэли на АВП. Так, где второй-то? Жалко, я не могу посмотреть, где он. Ага, вот, давай, давай, загаси его, пожалуйста. У него ведь не АВП. Давай, давай, давай. Да что ж такое? Жопный. У тебя МК есть. О, отлично. Отлично, просто отлично. Я знаю, где. Как повезло. Ну окей. Ох ты, собака. Максимат, ты что творишь? Я-то что? Я ничего не делаю. Я просто... Блин, ничего не вижу, меня ослепили. Отведай-ка силы, пешки скорострельный. А, это Лёха его убил, я думал, это я его убил. Ты хотя никого не убил, и я никого. Может, показалось, что... А, так это... Я что, по тебе стрелял, что ли, тогда? Просто, по-моему, моя пуля долетела в голову, и он, и кто-то сдох. Ладно, не обратил ее внимания, наверное. Куда-то. Черт, смотри. Опа, вот он. Да блин. Юх. Да, хреново, хреново. Ладно, с этой штукой еще повременить придется. А броню кто-нибудь покупает вообще? Зачем броню покупать? Что это такое? Ну вот, просто спрашиваю, покупает ли кто-нибудь вообще, на всякий случай или нет. Блин, заложил уже. Гранату, что ли, бросил? Отведай-ка силушки скорострельной. Держись. Вот перезарядка дебильная. Дебильная перезарядка просто. Перезарядка всегда раздражает.
Ой, да, под откос пошло все. Ладно. Пойду-ка я стану туда. Опа. Там что-то взрывается, по-моему. Опа! Вон он там сидит. Ага! Один получил уже. А второй... Так, ладно, ты пытайся стрелять, а я на пролом полезу. Опять перезарядка! Давай, давай, да блин! Ну вот опять перезарядка все испортила. Сейчас плохая была идея. Они реально подключали микрофоны. Да. Да, мы подключали микрофоны. А нет, не подключали. Тут сидим. Просто замолчали. Угораем. Почему угораем? А, я не знаю, купился. Над тем, как кричат отведы косилушки скорострельные, и сами подыхают, да? Ну, пока мы подыхаем. О! Мы вот так вот сделаем. Не уверен, что это сработает, но попробуем. А ну, кто там в яме прячет? Блин. В яме засел. О, там еще один. Да еб... Ох, нифига меня откинул. Блин, что-то они озверели уже. Никто не пошел туда, ну ладно. Опа. Блин, еще и дымом себя закрыл. Вот собака, а. Вообще все один к одному, блин. Быстрее сюда, максимация. И бегу, бегу, как могу. О, отлично. Прям в башку. И через дым. Правда, не зафиксировалось через дым. Но я его не видел, просто стрелял в двери. Блин, чё, убили что ли? Блин, я надеялся, ты их отвлечёшь. Чё ж. Нет, бессмертный. Смотрю, чё Саня. Он скар взял. Ну, у них это... Как там, я забыл уже, называется, как у террористов называется, да, оружие. Но тоже как скар. Да блин, я думал этот сдох уже, оказывается сдох не этот. А откуда он тебя снял? Там из дверей, там двери где. Давай, давай. Ну зашибись.
Сбежал. Да вон он там. Ой, все, все. Что? Ты не попал. Это... Господи, дебильный пистолет. Сколько я тебе снес? Ой, все, мы проиграли тут. Да, микрофоны выключили, походу. Я просто подумал, что он бомбу забрал. Нет, да блин, дважды что ли? Трижды! Даже не видел, кто это в чё кинул. Три светящиеся гранаты закинулись, скотины. Не поняли. Опа. Тихо, тихо. А, вот они. Ага, получил один. А ну! Второй. Кто там в яме прячется? Покажись и прими вызов на бой честный. Отведай-ка силушки скорострельной. Отведал, да? Ну, выиграем, выиграем. Мы тут уже не выиграем, конечно. Чё ты сказал, кто там в яме прячется, а дальше? А ну, кто там в яме прячется? Покажись и прими вызов на бой честный. Отведай-ка силушки скорострельной. Сказал я. И ведь все-таки попал. Блин, опять слепят. Опа. А, стоп. Стоп. Откуда? Где? А, там. А почему там огонь разжегся? Там, а если они были здесь? Или это Леха разжег там? А, в яме опять прячется. Вот скотина. Давай, давай, Лёха, пусть отведает маслины. Блин, через машину простреливается еще. Да гранаты задолбал кидать. Давай, давай, пожалуйста, я болезнь у тебя. Фигово. Да. Офигеть. А, так мы до 16 что ли играем? Все-таки до 16, а я думал до 9. Блин, я думал. Ну окей, ладно. Мне прости, но я чуть меньше. Ну ладно, тогда шансов. Тогда шанс у нас еще есть. Пока что небольшие, но есть. Следи, следи там. Да, да, да. Это я делаю. Слепят, заразы. Никто сюда не подходит. А, тебя настигли. Тут двое. Да блин, ну я бы двоих бы их не смог. Вообще не смог бы тут, вообще без шансов тут было. Да. А, террористы. Шокера. Стоп, ты двигался еще что ли? Когда мне рубил?
У меня ты двигался, у меня жопа твоя двигалась. Как ни странно. Да ёп... Да как так-то? Почему, а? Вообще чего профессионалы, это? Блин. Не получается вообще. А, 20 минут все прошло. Может, еще даже на один раунд хватит. В следующий раз, если... Когда вот это закончится. Иди, иду, пройди. Так. Ты кому, мне это сказал? Хотя вряд ли мне. АВП взяли, блин. Чё ты туда вылазишь, видишь, там меня убил. Да я хотел это по-быстренькому зайти, донестись до него. Нет, все равно не получилось. Да, быстренько этот раунд закончится. Я тебе говорил, что там капец. Так, след... ну, наверное, дальше, может, в онлайн пойдем. Чё ты стоишь, пошли. 5 на 5, например, попробуем. Там бы интереснее будет, я думаю. Так, окей. Готов один. Опа, он стоит. О, отлично. P90 взял. В расход шокер. Где же второй там, блин? Да второй суслик хоть где может сидеть. Промазал. А, отлично. Молчат много, братаны наши. Опа! Засек одного.
Блин, зря это, наверное, сделал. А вот это выбросил. Ну и где он? В яме не видно. По-моему, в яме его нет. Да нет, туда бы он не пошел. Наверное. Он бомбу, наверное, тушит. Куда? Я так и знал, что он тут будет. Ну а что тогда не сказал, если знал? Ну, да, тут. Но надеялся при этом, что не будет. Так смотри, он в те двери заходит постоянно, и оттуда шокером один заходит все время. Такая, куда полез, а? Максимат, ты живой? Да, пока что. Я знаю, где второй. Подожди, я не понял, откуда столько. Минут. Я короче с другом Сальмиром играл в режим до 9. И вот дошли до счета 7-1. У меня был один, у него 7. И вот на этом счету я 8 раз подряд выиграл и выиграл. Потому что начал другую тактику применять. И там украли. Ты что, с АВП, что ли? Да, я забрал у него. Подохшего. Так, здесь не нету. А, все уже, не надо. Да. А прикинь, догоним их сейчас. Не догоним. Ну, я сомневаюсь, конечно, в этом, но. Такая вероятность может быть, но мала она. Почему одного цели? Мы. Это, держимся вместе. Потому что вдвоем зачастую противника уложить проще, чем в одиночку. Не, ну так-то я там один вроде стрелял, ты дальше. Там, почему? в тот раз да. Но зачастую бывает, что мы целимся в одно место. А где он был-то? Чё, тоже неожиданно прыгнул? Да я смотрю, нет, нигде нет, он вылазит и с ножа меня убивает. Ну,
Эх, зараза какая. Ну тут, ну да, не выиграем уже. Да. Время на часах 14 ровно, 14:06, вернее, не ровно. Отведал силушки скорострельный. А, я думал тебя убили. Опа, башка там торчит у него. Блин. Гранаты пускает, только вот его. Вот он. А, вот он. Высунь башку свою, блин. Да ё-моё. Я же в голову разве не попадал? Почему? А, отлично, ты уложил ее. Да. Возьмем-ка мы Скар. Точнее, его аналог. Террористский. Да блин, зря я прицел сейчас включал. Что это за метка белая на карте? Давай, отлично. Так почему? Ну как так-то? Я же из-за всей мощи Зеда. Да. Хреново, хреново. Сколько время? 33 минуты, ну... Что еще идем? Че, может в онлайн? Ну че, силушка богатырская не помогла. Скорострельная. А чё, вы всё, что ли, или чё, пацаны? Ну, пошли. Ну ладно, короче. 9 раундов. Ну ладно, короче. Такой вот был выпуск сегодня у нас. К сожалению, мы не победили, но пытались. Всем спасибо за просмотр, с вас и подписывайтесь на нас эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, своди группу ВКонтакте. Всем пока.